Ну что, начинать будем вот эту игру, а? Sonic 4, эпизоды, да, первые. Первые эпизоды. Я их вообще не видел ни разу. Delete off of your game data server so far. Я удаляю игру, представляете? Я удаляю игру, смотрите, заново. Заново. Splash Hill. Что-то на второго Соника похоже. Ну ладно, показалось. Представляешь, так, быстренько в опции опять. Спасибо вот за то, что игра опять громкая почему-то стала по непонятным причинам. На полную причем. Давай на 40% поставь. Не, там, просто ладно. После сброса игры она вернулась почему-то. Охренеть. Ладно, давайте. Так, ну проверяем. Так, мышь какая-то на экране. Так, сейчас я проверю, как там у тебя звук идет. Опа, пишет уже говно твой стрим, вижу. Ну, вот, спасибо, да, от души, вот вообще, спасибо. Я так обожаю вас вообще. Смотрите, Соник состоит из масла какого-то. Я давно уже в это не играл. Вот 3D, вот вон 3D. Вот вместо того, чтобы сделать нормально. Вот 2D Соника, они сделали вот пластилиновую графику. И нет, кстати, хоминг. Просто хуминга так. Смотри. Когда будет дополнительно? Винца, смотри, насчет графики, а там прикол в том, что такая графика только на ПК и Xbox 360 версиях, потому что на PlayStation 3 там нормальная графика, и на телефонах тоже нормальная графика. То есть они просто делали порт именно в версии 360-го бокса. Не другой там PS3 какой-нибудь, а бокса. Там на Винце да, нормальная графика. На Android она нормально выглядит, по-моему, насколько я знаю. Не, просто когда я разбирался в этом, что для своих там, для своих дел, то вот я узнал, что вот, оказывается вообще там куча портов, и вот во всех, кроме бокса и вот это, ПК, там нормально. Я не знаю, почему сделали порт именно бокса. Вот когда он бегает, у него прям будто бы растягиваются колючки. Ну это, короче, такое себе. Ну такое, да. Это я не знаю. Визуальный вот эффект хотели, но именно в 3D он не очень хорошо выглядит. Хоминг атака! Какой-то милеск. Я сапог собрала, А мне нравится хоминг атака в эпизодах. Ну, скажем так, она здесь неплохо сделана именно в плане того, что здесь хотя бы. Вот почему сейчас она не сработала. Здесь хотя бы есть места, где она необходима, например, цепочки из. Да, вот почему? Вот почему ты. Вот можно, пожалуйста. Спасибо. Вот как это работает? Вот почему оно вот. Видите, хоминг атак могли бы сделать на дополнительную клавишу, чтобы вот этого вот не было, рывка вот этого, непонятно зачем и непонятно куда. И он еще и разворачивает клубок, он становится уязвим в этот момент. Ну, почему? Нет, Соник, смотри, кусок мыла. Во втором эпизоде, по идее, так же было. Ну, по-моему, да. Во втором, по-моему, можно было назначить клавишу. Я не знаю, то есть я во втором не спокойно нажимал, все нормально. Ну, ладно, перепрыгнула. Хоминг работает здесь пиццел. Хоминг так мне вот в эпизодах обоих мне он вообще не мешал. Привет, пишет. Да, приветики. Кстати, а чего вы мне не сказали, что у меня ничего не видно на стриме, да? Все вот. Прекрасно видно у меня. Все, вот теперь нормально, Чатик вернулся, бар вернулся, вот. Донатики внизу вернулись, вот все что должно быть. У стрима не было ничего. Ну ладно, никто не сказал мне. Спасибо. Короче, тем временем Provocation X написал: меня очень раздражает то, что когда в воздухе, он раздвигает ноги. Просто зачем? Прекрасно! Соник, зачем ты ноги раздвигаешь? Кстати, птички выпадают. Кстати, не обращала никогда внимания. Уже еще. Так, стойте, мысль. Перчик тупо нравится, когда я уже две жизни собрала на первом акте. Второй акт. На первом акте одну и здесь еще одну. По-моему, так, да? Когда дебаг-мания, господи, замучили. Дебаг-мания никогда не будет, пока люди будут писать, когда дебаг-мания. Когда перестанут, тогда будет дебаг-мания. Идеально. Дайте, ты почему не возвращаешься? Ты чё не возвращаешься? Он не возвращается. Да, он не возвращается. Он ленивый. Я даже не знаю, что там за спешил стейдж, я не помню просто. По-моему, там туннель просто. Не туннель там, а это как в первом Сонике. Что такое, да? Ну ладно. Ты можешь выбрать, короче, первый или третий акт. Вот зачем нам прохождение игры? Мы можем просто взять и сразу третий акт пройти там. Это тупо. Даже а я так же делал, кстати, когда первый раз проходил на телефоне. На Twitch новичок. Да, пошаловать. Это теряется просто весь, как бы, ощущение от геймплея, что ли, я не знаю, как это объяснить. Ну, смотри, опять же, на примере Heaven, да, который мы сегодня играли.
Ты не пропустишь, что вот пока я этого босса там не пройду, я хрен дальше пройду. Я не могу пропустить. Это же лучше. Это же лучше. Это заставляет меня учиться играть и проходить челлендж. А вот пропуск такой, он просто казуалит. Но тут хотя бы в любом случае надо три акта пройти, можно просто в любом порядке, чтобы босса открыть. Музыка, кстати, честно говоря, достаточно приятная в этом эпизоде Кристана. И вообще, если к игре привыкнуть, к этой физике этой упоротой, то, в принципе, игра неплохая, она достаточно играбельная. Я не сильно ругаю первый эпизод. Она достаточно что-то... неплохая игра. Знаешь, давным-давно что-то я тоже что-то для своих целей. Вроде я где-то слышал, что что-то на Wii, что-то как-то музыка получше, не знаю. Да. Я не знаю, я с чем это связано вообще. То есть я просто где-то слышал это. Там, я же помню, что и... Кто-то подписался на Twitch. У меня Twitch растет, ребят. Twitch, спасибо. Чтобы на экран попасть. Да что ты подскользишь? Зачем ты скользишь? Вот скажи мне, куда ты поскользил? Он вот куда. Корова на льду. Он достаточно казуальный, он просто легкий. Соник. У меня 5 жизней уже, как бы. Я еще ни разу ничего не потеряла, там нигде ни одного врага не встретила, ничего, блин. Ой. Вот комикс работал. Соник выкинул на модель. Ой, куда? Вот куда вот мне? Вот куда вот? Я заблудилась. Я заблудилась, помогите. Ну ладно, понизу можно. А, нельзя понизу, ну спасибо тоже, опять же. Бы можно, если туда забрать. Ладно. Так, а если я вот раскручусь вон туда вот куда-нибудь? А, ну тут ничего как бы. Пойдешь на эту штуку. Даже не читаешь. Ну потому что я играю как бы. Я вот взяла людей, которые даже не читают чат, но они его не читают, он с них спрашивает. Котлетка, я читаю. Котлетка, перебивайте память. Я просто читаю, постоянно вижу это, как там Debug Money опять просит я баню. Вот потому и не читаем чат, потому что получают это про Debug Money. Вот попросите людей вот написать. Ну я каждый говорю. Поэтому... Вот Алтай удаляет, а я мучу. Ламповые посиделки, все. На Твиче Ларго ГГ пишет. Классно перейти с Ютуба в Твич, хоть и нечестным способом. В смысле? Непонятно. Короче. Вообще не относится никак к игре, ладно, как всегда. В этом Сонике еще физика убита, которая была в классических играх. И в играх даже с физикой 2D стало все хуже. Да, ну вот. Вот это коммент касается игры, да. Физика убита, да, в том-то и проблема этой игры. И физика, и графика хуже. Это вообще, это уже не классика. Это уже непонятно что. Масло-масляное. Мне кажется, если бы она вышла бы... Ну, не такое немножко... А где, ну, тоже на Сеге, если она вышла бы в Мегадрайве, так, это было бы поинтереснее. Так, погодите, вопросик. Гейтс, скажи, почему тогда тебе не понравился Холминг Атак, а сейчас тебе нравится Холминг? Зависит от того, где он и по какому поводу поставлен. Здесь он криво работает. Очень часто Соник разворачивается из клубка и получает урон вместо Холминг Атаки. Немножко короче, криво работает. Лучше а в нормальные эпизоды. Ну, я скажу так, оно двояко немножко. С одной стороны, я хочу, чтобы в классике не было хоминга. Я не люблю, когда в хаках хоминг вставляют, при том, что он там не нужен. Потому что там вставлены враги классическим способом. А здесь враги расставлены цепочками, здесь как бы оправдано хотя бы его наличие. Вообще, хоминга так, понимаете, он нужен в 3D-играх, чтобы было легче целиться. Потому что в 2D-играх у нас 2D-перспектива, мы спокойно по врагам прыгаем. А в 3D-играх этого невозможно, поэтому там и сделали хоминг так. А зачем его опять в 2D-игру добавили там? Ну, вот в 2D-играх, на самом деле, против хоминга ничего не имею, но, то есть... Вот знаешь, вы же знаете про Generations на 3DS? Вот там это настолько криво сделано. Я там классика терпеть не могу, хотя нет, да, классика терпеть не могу. Он там такой кривой, это вообще лучше бы не видеть. А это дань уважения первому ежу, что ли? Я так понимаю. Да. Да. Здесь нужно кольца собирать. Здесь не просто пройти надо, а еще и кольца собирать там. А, еще и время ограничено. Ну, замечательно. Что-то я вот на этих Special Stage'ах доходил вроде только до 3-го или 4-го. Да, 4-го. У меня дикция все плохо. Нормально. Ф. Ну что это? Sunset Dash. Давай, да, Sunset Dash или что-то. Я было? Могу вот хоп, Neon City там начать проходить, Ancient and Maze of Mystery, там, вот все, что хочу, как Динце, бы. Вот Динце, это... Динце, погоди, так там же есть что-то, когда завершаешь уровень, там у тебя есть выбор, типа, продолжить дальше или выйти. Потому что есть, его в втором эпизоде только было. Кстати, да. Не знаю, что-то я не заметила. Там на Y надо нажать вроде, чтобы дальше идти. Ну, покатились, здесь красиво. Тут всего 4 зоны, что ли, я так понимаю, да?
Да, по 3 акта в каждый. Пипец. На Сегу классика длиннее была, чем вот эта маленькая игра. Но там проработка все-таки здесь, мне кажется, побольше, чем там. Придется морочка погромче делать, потому что он очень тихий. Лепетает там. Мне как наоборот, начинается... Лепетает еле-еле. Наоборот, мне кажется, слишком громко. Не знаю. У меня все говорят, я громкий. У тебя микрофон плохой. Ну, вот такой. Вот так живем. Так живем, да. Ты будешь проходить в второй сезон? Я бы... Да, буду. Да, буду. Я бы мог забазбустить, но меня забанят. Вот здесь вот цепочки, вот они. Абсолютно безобидные враги, по которым... Ой. Ну ладно. Это, ой. Подожди, да. Это что-то между Гринхиллом и Хиллтопом, я так понимаю, да? Отсылочка. Да. Вот, не знаешь, там, мне кажется, типа вот на клавиатуре в это невозможно, мне кажется. Я если играл. На... Второго. Я не знаю, мне кажется, если... Так, ты на... Не, первого говорю. Вот еще один скучнер. Падает? Давайте людей, кто пишет про скучно, просто будем банить вот навсегда, вот просто. Погоди, да, мистикал? На Твиче. Так, а что ты на Твиче? Спасибо, у меня просто огромное желание делать стримы после того, как несколько человек пишет про скучно. А если скучно, то стримов не будет, спасибо просто. Все остальные люди скажут спасибо. Что-то в конце он решил тебя потроллить, он сначала написал то, что скучно, а при этом потом в конце предложения написал то, что вернется. Да, не обижайся. Это скучно. Это не хих-хих. Это рофл. Не, это как бы... Обижаюсь на рофл, короче, все. Потому что, знаете... Ну, такое, типа, зачем вы вообще подписаны на канал, который посвящен летсплеям, грубо говоря, если вам не интересно, я не понимаю этого. Ну да, и чё... Или люди, которые ради одной дебагмани у меня на канале сидят, он этого не понимает. Да, не будем токсить такие. Вот почему ты не, вот развернулся, вот клубок. Вот зачем ты развернулся? Объясни, почему ты пал? Почему ты упал? Дай неувязку. Динца. А. А если пишет Соник, самая скучная игра, это банить? Не знаю. Все, банит. Как бы он написал скучно. Как бы это же мнение человека, с одной стороны. Мнение уже хотя бы аргументировано, а то просто сброс, не имеющий никакого, ничего аргументированного. Окей, может быть, игра не очень. Вы же любите игры, да, которые не очень за свои фанаты Соника, я не знаю. Ну, кстати, да. Дать кто донатит? Джек Тим. Время вкусно покушаться. Все трубы. Этот доширак был изготовлен. Странник, понимаешь? У нас спасибо за то, что перебиваете, перебиваете вообще огромное. И все затихли, когда уже зачитка доната закончилась. Вот не улавливайте, вот не улавливайте. Вот. Пройти финал босса? О, финал. Если я дойду сегодня до финала босса, я буду страдать там. А, там Y, да, можно нажать, чтобы следующий арт. Я и говорю. Помоги. Да, я увидела. А ты что нажимаешь? Я ничего не нажимаю, просто жду. Ну что, Go Dr. Eggman сейчас? Давай. Великолепный босс. В этой игре самые изичные боссы. Их, по-моему, вообще, мне кажется, нет. Наверное. Может, и есть. Не, они есть, в смысле, вот. Музыка, но босс вообще ни о чем. Как бы нет. Музыка ни о чем. Это когда вот бантики знаешь, ни на что. Это как в первом Сонике, типа. В лабиринте как бы босс есть, но его как бы... Видели? Большой шар. Большой шар, это же супер оригинальный босс, вот просто. Да, это же Соник первый, не, конечно. Не, они типа... Почему? Копипастили и типа добавили... Он еще типа, легче. Должен раз... супер хард режим. Легче гораздо, да, это же... Знаешь, но... должен быть типа... Ой. Ты забьешь его, и он должен быть супер хард режим, но да это клоунада какая-то. Не ешь! Ну ладно. Подождем. Так можно его просто стоять, ему пофиг, короче. Ну вот он типа. О, я разозлился! Да. Все, понесло! О, господи, нихрена себе ты выдаешь. И вот ради того, чтобы. Соннику нас... пофиг. Удивить вот как-то. Сейчас он выйдет. Не, они... А я подпрыгнула, а вот ешь. Откушу. Мне кажется, музыка такая же, как и во вторых эпизодах на боссе. Не помню, я не играл во вторые эпизоды. А я, наоборот, в первый не играл. Только во второй играл. И то их даже не прошел, блин. Зайчишки, птички полетели, все, готово. Не назовешь вообще даже таким достойным, что ли, ремейком.